Добрый вечер, дорогие друзья. Ну а рядом со мной поэт-песенник, певец Игорь Мухин. Игорь, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, Алена, здравствуйте, друзья, здравствуйте, Александр, здравствуйте, видеокамера. Выглядите вы просто потрясающе, как всегда, так экстравагантно, и прям я даже так заинтригована вашим стилем. Скажите, как ваше сегодняшнее настроение, как вообще впечатление от сегодняшнего мероприятия, какие у вас ощущения, расскажите нам. Без проблем. У меня настроение бывает только хорошее, очень хорошее, прекрасное и великолепное. Вот. О мероприятии пока еще не могу ничего сказать как бы глубоко, но если иметь в виду то, что мы здесь сюда собрались не для того, чтобы как-то себя показывать, а других посмотреть, во-первых, и во-вторых, конечно, встретиться со своими друзьями. И друзей я уже, в общем, весь зал, оказывается, мои друзья, вот, с которыми я с кем-то один день не виделся, с кем-то неделю, с кем-то месяц, с кем-то побольше. Ну, всегда это радость от встречи, от общения. А то, что я так выгляжу, это, Аленка, вы меня представили как поэт, как поэта, как автора-исполнителя. Вот. Но в первой жизни я был художником. Я закончил архитектурный факультет и 15 лет проработал художником, дизайнером. В том числе где-то и в каких-то модных домах, кстати, работал одно время. Вот. Да, да, да. Ну, это во-первых. А во-вторых, у меня супруга, вы ее тоже хорошо знаете, Лидия Соколова-Сербская. Она известный художник-модельер, она теоретик, историк моды, читает лекции. Ну, слава богу, мне дома она лекции не читает, потому что я сам кого угодно научу. Вот, ну и я хочу, конечно, пожелать, напомнить вам о том, что мы встречаемся здесь в канун наступающего нового 2016 года, года огненной красной обезьяны. Я хочу, чтобы мы в этом году горели ее огнем, ее энергией, ее красотой и приносили пользу и себе, и друг другу. И хочу тем, кто нас сейчас смотрит, пожелать побольше оптимизма. И, конечно, несмотря на то, что праздник нейтральный, не политический совершенно, это радует больше всего, я хочу пожелать, чтобы мы все-таки любили нашу с вами родину, Россию. Чем больше живешь, тем больше понимаешь, как много она нам дает и для жизни, и для творчества, кому-то, наверное, и для бизнеса. И будем отдыхать в своем Крыму, на своем Кавказе, будем ездить по нашим достопримечательностям. Я был, наверное, во всех странах Европы, во многих странах Азии, Америки. Вот. Но когда попадаешь в какую-то российскую глубинку, это ощущение непередаваемо, несравнимо, и отдыхают все Парижи, Барселоны, Римы, Токио, Нью-Йорки и так далее. Наша страна самая лучшая. Будем ее любить. Согласна с вами, действительно, в нашей стране отдых – это действительно отдых с душой. Поэтому любите нашу страну, любите нашу родину, дорогие друзья. Ну, ура! Ну, а рядом со мной потрясающий человек Игорь Мухин. Столько позитива, столько прекрасных эмоций. Он сегодня в красном, такой яркий, поэтому этот год будет для него самым прекрасным. У-ху!